Произошел у нас зацеп. Пытались оторвать, не оторвать. Решили дернуть мотором. И что-то там у нас пошло. Тихонечко оторвалась от дна. И вот мы, натягиваем леску потом и потихонечку вот поворачиваем и подбираем. Там, наверное, кусок тряпки всплывает, и мы тихонечко подбираем. Это делаем мы для того, чтобы спасти пунду. Пунды сейчас достаточно дорогие, рублей 700-800 пунды стоят. Плюс оснастка где-то 1000 рублей. Так мы так подумали и решили, что лучше покататься, пока рыба не клюет 5 минут, и спасти нашу снасть. Ну и заодно посмотреть, что же там у Сана Владимировича клюнуло-то такое серьезное. Осталось сколько? 30 уже? А глубина была 150. Все. 26. Ну я думаю, со следующего захода мы должны уже поднять ее. Да я знаю, что 26 сейчас. Сильнее? А мы сейчас просто она начинает против толщи воды идти, ей тяжелее. Сейчас вот мы ее тихонечко опять подымем повыше с глубины, и все у нас будет хорошо. Сейчас чуть-чуть еще сейчас пройдем тихонечко со скоростью, и на следующем завороте мы, наверное, уже и поднимем ее. Ну что ж, еще разочек завернем. Ну, судя по углу, видишь, она уже наверху. Да. Даже мне уже интересно, что же мы такое тащим. Я думаю, тряпка. 15 метров. 10. 7. 5. Палтус! Палтус! Тащи палтуса! Да! Вот это поклевка, я понимаю. Что это? Чья одежда? Эх, чья-то роба. Это не роба, нет. Ну, что-то похоже. Подождите. Нет, это не парашют ли? А, парашют. Парашют. Парашют какой-то, да. Смотрите, кто у нас тут есть. Звезда опять. Звезда морская. Чей-то парашют был. Был. Так, звезда, ты беги. Вот так вот зацепилась. Да, кто-то бросил парашют свой, и мы его зацепили. Так, ну парашют мы заберем с собой. Надо его будет выкинуть в мусорку, чтобы море не загрязнял. Да, это чисто парашют старый, но это как советский какой-то. Такой тряпочный. Главное, пунду спасли. Все, ничего больше интересного здесь. Но вот это черве. Червь. Кстати, на него червь морской. Клюет хорошо треска. И не только треска, на него камбала хорошо ловится. Треска, блин, подсадку сделаю. Будете одевать его? Да, давайте. Ну все, вся рыба наша. Эй, друг!